Привет, дорогие друзья, это канал Сам Солнышко Плей, и сегодня мы начинаем играть в очередной новый инди-хоррор под названием Nine Child Street, дом на улице Childs. Про что эта игра, я пока не знаю, это, в общем, какой-то, по-моему, заброшенный дом, вот этот дом номер 9 на улице Childs, вот, который мы, очевидно, будем с тобой исследовать. Так что, погнали! Все, нажимаю на любую кнопку, но я уже вот этот запах моего страха, я уже его чувствую. Это я плачу, когда мне приходится играть в очередной хоррор. Ради вас, мои дорогие. Все ради вас, все для вас. Так, что это? Это пол. Я просыпаюсь, видимо, с похмела. Будучи вчера на тусовке. Ага. Где я? Это уже знак-то. Блин, какой интересный. Подождите, а тут больше ничего нельзя. Ну, видимо, так вот оно, да. Нажмите ELBM для взаимодействия. Ну, в общем, либо кнопку, либо на E. Так, а что это такое? Почему я в каком-то... Я где? Ну, это какой-то чулан. Но он не супер страшный хотя бы. Давай открою. Выбраться из дома? А здесь что-то можно тыркать, трогать там? Так, почему во всех хоррорах я вижу эти спагетти с фейерверками? Они меня уже достали, уже тошнит от них. Сколько можно? Стоп, у меня что, руки в крови или мне... А! Смотри, руки в крови. Кровище, ручище. О, окошко. А, стой, я уже выбираюсь, я же ничего не посмотрела. Я не хочу прыгать на сосну. Ну его нафиг. Чуть-чуть. Слушай, там, наверное, палец какой-то протухший лежит. Не надо. Слишком высоко, нужно найти веревку. А, ты все-таки хочешь туда залезть, да? Подожди, а чё мухи так зашуршали? Это их не было, а теперь они... Это моя? Можно взять? А может забрать-то? Чья рука-то? Ничего не понятно, ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Так, а веревку-то где искать? Давай поищем. А у меня фонарь-то есть что-нибудь? Темно же, не вижу ничего. Так, веревка. Слушай, ну давай по старинке, как бы из простыней. А здесь нет. Все, можно? Нельзя. Можно? Нельзя. Нельзя будет. Какой милый мужчинка на меня подглядывает. Так, ну слушай, ну нам тут как бы идти-то некуда. Здесь еще, знаешь, непонятно, на чем можно тыкать. Меня еще успокоишь, у меня фонарь, а ты мне дать фонарь. Ой, я бегать могу. Прыгать не могу. Но тут как будто бы и нет никаких фонарей. Ладно, идем. А что за место-то, ты хоть знаешь? Дверь привязана веревкой, так нам веревка-то и нужна. Надо ее чем-то порезать. Так порежем вот этой штукой. Вот. Все. Я шарю. Я же прошарена уже вот в этих ваших игрушках. Парарюшках. Исследуй дом в поисках веревки. Так, ну давай сначала в самое темное крыло с тобой пойдем. Ну его нафиг, на свет этот идти. Кто это? Что тут делает моя любимая игрушка? Ой, так она за тобой подглядывает, там, походу, этот. Там какая-то камера, она следит за мной? Извращенцы какие-то, блин, сделали. Господи. Сидит. Подожди, я не хочу это открывать. У нас нет выбора, да, вообще никакого. Ладно, давай, там как будто киндер какой-то. Оно не открывается. Ну, какая-то девочка с какой-то бабайкой. Страшно. Не помню, что он делает. Мяч накачивает, что ли? Так, ладно, мы к нему потом зайдем. Какой-то киндер там сидит. Киндер-сюрприз. О, я могу ронять бутылки. Фига. Слушай, так я ребенок, смотри, я кит. Я кит без руки? Это моя рука, смотри, у меня руки нет. Это вот это моя. Так давай заберем. А чё, я сама себя отрезала, я что ли, не понимаю? Зачем? За дверью с веревкой могу открыть ее с помощью отмычки. Чё, кто тут? Кряхтит, что-то пихтит. Так, ладно, давай на свет. Ой, обожаю ванны вообще.
вот это все, так, туалет, ванна, так, давай смоем. Грязный какой толчок. Вратительно. Там кто-то пишет что-то, записку какую-то, писюрку пишут мне. Подожди, а что я же маленьким ребятенком разве могу что-то открыть? Скрепка, ее может посыпать как отмычку. Давай возьмем. Так, а что мы хотели с тобой открыть скрепкой, подожди. Дверь киндера, да, по-моему? О. Тихо, я музыку слушаю. Ой. Похоже, я не один дома, тут лучше не шуметь. А кто здесь может быть? Ну только если та тетка с картинки. Ладно, пойдем отмочкаем. Отмочкаем. А, мы дверь малому хотели отпереть, да? А, стоп, нет, не дверь малому, мы хотели взять веревку. Вот это. Вот. Так бабайка, наверное, тут сидит, готовит. А, нет, смотри, ничего не готовит. Бессовестная какая. О, мой гаш! What are you doing? Нужно убегать. Так давай убегаем. Я убегаю, 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 убегаю. Быстрей. А, стоп, я не тут. Я не в ту комнату пошла. А, у меня не было выбора. Меня бы все равно утащил какой-то мужик. Я почему-то думала, что там баба. Это меня убили или... Ничего не понятно. А, слушай, походу бы меня 100% бы поймал. Так что окей. Child Street 9. Я часто наблюдаю за заброшенным домом напротив. О, заброшенный дом. Все считают моего соседа пропавшим, но не я. О, вон он был. Но я же видел, как загорел свет. Я видел свет человека. Так вон я тоже видел, вон он наверху. В заборе есть дыра, через которую я наконец-то проберусь туда. Так твоему со... И положу конец этой тайне. Так твоему соседу все уже руку отрубили. Этого зайчика мне подарил тот самый сосед. А он какой-то это, прям с причудами, да? Вот любит он какие-то глаза сияющие. Ой, что это? Привет, мама. Привет, папа. Если вы читаете это, то я покинул этот страшный мир. Я ушел в тот странный дом, о котором постоянно говорил. Вы видели те фотографии, которые не хотели видеть? Ругали меня, запрещали мне ходить туда. Поэтому мне пришлось идти туда ночью. Втайне от вас. Чтобы показать, что вы отвратительные родители. Я хочу утолить свое любопытство и перестать вечно думать об этом доме. Люблю вас, Армин. Армин, какое интересное имя. Армин. Слушай, мы что, в этот «Привет, сосед», что ли, играем? Так похоже? Так, подожди. Ну, вон, вот зачем тебе туда идти, объясни. Вот оно тебе надо? Смотри, у тебя есть компьютер. Нажал кнопку, сел на стульчик, принес чипсы, газировочку и играть. В игрушке. О, кипарь найди. Yes. Такой прям, чтоб крутой был пацан. Так, одежку. Давай что-нибудь потемнее, может, оденем. Потому что, ну, вот такое... Блин, ну это вот слишком его запалит. О, рюкзачок. Смотри-ка, рюкзачок. Так, мы прям на операцию собираемся. Нам еще, знаешь, что нужно? Нужны крутые очки. Фотки вон. Ну-ка, что там? Так, два окна. Еще одно окно. И опять окно. Угу. Так, а скейтборд не будешь брать? Хорошо, ладно, потом с тобой покатаемся. Родители спят, лучше вылезти через окно, чтобы не разбудить их. Слушай, брат, а вот фонарь-то у меня есть? Фонарь. Тот пацан помер, потому что у него фонаря не было, понимаешь? Вот и фотик вот тоже не хочешь брать? Ничего не хочет брать. Ай, ничего не хочет, посмотри на него. Ну, я надеюсь, у него какой-то автоматический фонарь, нет? Подожди, давай, может, у родителей украдем? Где фонарь-то? Я без фонаря не пойду туда. Оно мне надо, оно мне вообще не надо. Сейчас погуляем по ночному вот этому дворику. Порыщем здесь. Мяч вон нашли. О, может быть, здесь есть фонарь? Давай посмотрим. Не, я реально не хочу идти туда без фонаря. О! Кто? Кто шарит за все? Это я. Все, теперь можем идти. Все, пойдем. Так, может быть, что-нибудь убать? Давай монтировку какую-нибудь прихватим, чтобы этого маньяка добить. Он там пацаненку руку отрезал, как бы. It's not okay. Не сюда, да? Подожди. Подожди, слушай, можно на газонокосилке его переехать теоретически? Но мне кажется, ему будет больно. А можем отсюда выйти?
Закрыто, но задняя дверь должна быть открыта. Я уж ее видела. Не, давай без фонаря. Нет, все-таки, говорит, да включи фонарь. Потому что какая-то собака соседская нападет. Вот здесь вот Слендерман может напасть спокойно. Так, ты хочешь по свету идти, да? Ну а вдруг бабайка прибежит? Мне надо попасть в дом. Сейчас попадем с тобой. Погоди, я что-то не видно ничего вообще. Да меня сейчас 10 маньяков здесь хватит, пока я по улице брожу. О! Так, ну мы здесь можем пролезть. Выпустите меня, выпустите! Мне страшно. Я просто слышала какие-то шаги. Так, так он там телек смотрит. Ты что соседу сейчас мешать будешь? Ладно. Давай посмотрим, как к нему забраться-то. Блин, вот еще к маньякам в дом не лезла. Открыто, нет? Ты что, дурак, что? Найти комнату со светом на втором этаже. А зачем стучать? Мистер Беспалевность просто. Так, камин. Какой жуткий дом. Какие жуткие часы. Какой жуткий маньяк ходит поверху. Он прям топочет. А что он такой топотун-то? Подожди, он что-то вообще там топчется. Какой-то очень до боли знакомый дом, если честно. Чё, а чё он тут туалетную бумажку? Господи. Чё туалетную бумажку разбросал? Бессовестный человек. Блин, а чё у них во всех хоррорах? Вообще, ты посмотри, одинаковая просто ванная. Мы вот с тобой в Гренни, да? Не в Гренни, а где бабка ты вот эту вот противную меня пугала. Это точно такая же ванная была. Вот абсолютно. Абсолютно просто. Я тебе если серьезно говорю. Телевизор давай выключим. Он сейчас нас спалит, этот дурак. Или хрен с ним. Ну ладно. Я надеюсь, мне-то от него бегать не надо будет. Смотри, какая красотуська. Ме, пуся. Можно попробовать обойти дом и войти через заднюю дверь. Вот этот проход, да? Потому что нужно открыть точно. Ну давай попробуем, конечно. Если ты... Кто там был? Иди в жопу. Я никого не вижу. Не хочу. Не хочу. Там кто-то выглянул из-под дивана. А я в этот момент повернулась и не увидела. Но я увидела, как оно залазило обратно. И мне этого хватило вполне. Чтобы обосраться. О, где дверь-то? Там детки какие-то бегают. Слушай, ну тут, наверное, это детский сад какой-то заброшенный просто. Давай здесь попробуем зайти. Ага, все. Найти комнату соседа на втором этаже. Это я помню. Так, пиццу кто-то ел. Да и пицца-то тоже одинаковая. Они все во всех играх едят одинаковую еду. Видимо, в одном городе все живут. Вообще весь торшак в одном городе происходит. Пойдем наверх. Ну мы с тобой планировку-то знаем немножко сверху. Так, кто там? Там что-то кровавое, не пойдем туда. Блин, как неудобно с детьми играть, они такие масенькие. О-ля-ля! Мамочки! Блин, я очень надеюсь, что мне не надо будет бегать, я не хочу бегать. Ну, потому что я, блин, запутаюсь опять, убегу не туда, врежу все что-нибудь. Тук-тук, да. Здравствуйте. Добрый вечер. Так, шматьё. А что-то у него какие-то детские одежки, смотри. Так это он, наверное, киндеров собирает. Собирает одежду и продает их потом цыганам каким-нибудь. Я думаю, с тобой ходили, да? Или нет? Краска. Это на него, что ли, можно уронить? Ну-ка, пойдем посмотрим. Ну, парнишка вот здесь был. Так, ага, обманка, обманка. Обманули нас с тобой. О, компуктер, давай поиграем. Подождите, мы тебя ждали, Армин. Кто там? Какой мерзкий запах из-за этой двери. Так потому что там кто-то что-то делает.
Чё ты скрипишь там? Выходи уже. Господи, а? Голым какой-то там. О, тоже такое. Похоже, это половина ключа от красной двери. Но где вторая часть? Тоже знал там. Ты хочешь открыть? Да, да, отстаньте, хватит баловаться. Они балуются электричеством. Да я не вижу ничего. Наверное, проблема с электричеством. Пора уходить. Подожди, так мы дверь-то не открыли с тобой? Или надо второй ключ найти просто, да? Пойдем искать. Так. Что-то вас это немного посолобило, мягко так говоря. А куда идти-то? Подожди, куда ты хочешь идти? А, вот тут, кстати, был бабай вот этот. Вон он на картинках, этот бабай. Кто там? Нас туда зовут. А что, мне его пнуть надо, что ли? Давай я типа отпну его. Все, иду. Ой, чу, какая милота. Похоже, тут жил создатель кукол, но почему его нигде нет? В смысле его не... Ой, эти батюшки! Ой, я его помню, он из этого, из ужастика же такого. Я помню такой ужастик. А чё ты скрипишь-то? Да не скрипи. Не скрипи. Вы чё все скрипите-то здесь? Скрипачи, блин, местные. Так, ну мама... Момент! Это кто там? Можно? Вон стоит, смотри, на улице. Наблюдает за мной. По-моему, он в лице изменился. Тебе ж мячик надо поиграть. На, держи, играй. Он не хочет. Он не хочет со мной играть. А если он за мной сейчас побежит? Я буду орать. Я вас сразу предупреждаю. Я буду орать, если за мной побежит кукла. Я серьезно говорю. Ну, по крайней мере, я не вижу здесь каких-то мест, где была бы как бы, ну, а-ля нычка. Ну, чтобы я там спряталась, заныкалась. Я такого не вижу. Стой, так нам нужно еще один ключ найти. Так может, у этого малого, блин, картины жуткие, конечно, вообще. Не для детских глаз. О, вот тут, кстати, кто-то смотрел что-то, да? Никто уже не смотрит. А что делать-то, я не понимаю. Что в этом страшном доме? О, о! Я тебя видел, так это он за мной следит. Это он тут вылазит. Колбаска. Заперт. По идее, дверь ведет в подвал. О, не, в подвал мы с тобой не пойдем. Оно нам не надо. Пожалуйста, не надо. Не надо ходить в подвал. Там страшно, там темно. Там всякие бабайки живут. Кому-то это нужно, мне нет. Где ты? Чё ты вылазишь своей башкой дурацкой? Подсказал бы лучше, где ключ искать. Всё, нам можно домой идти. Поехали. Так, ну что? Чего они от меня хотят? Может, надо какие-то, я не знаю. Ладно, пойдем обратно к кукле наверх. Я не знаю, что она. Она там без меня грустит, плачет. Пойду пожалею ее. Надо внимательно осматривать, короче, предметы. Ты все стоишь, да? Вот стой, чтоб я тебя видела, понял? Свет-то как включить у тебя? Ой, какой красивый. Рассказывай, что делаешь? Слушай, а вдруг это мой друг? Вдруг он из моего друга сделал куклу? Могло быть такое? Тут же явно какой-то маньяк. Что это тут значит? Вещи и кукле башка. Ничего не понимаю. Ну там он еще, вон он стоит, еще ждет меня. Не знаю, только еще ждет. Кто думает, я сейчас испугаюсь и побегу? Да, так и сделаю. Бежали, бежали. Ладно. Хватит шутить. Надо быть серьезным человеком в такое страшное время. Дверь не открывается. Блин, пойдем еще раз. Пойдем. Да, мы сюда же ходили, да? Но мы ключ-то с тобой не нашли. Мы все равно бабайкину дверь не откроем. Бабуль тут. Ой, бабуля. Бабайчик-то там еще. Сидишь, ждешь меня, пока. Почему тут везде лежат бинокли? Все друг за дружкой следят. Блин, я такой маленький ребенок, что я ни до чего вообще не дотянусь нигде.
Чего нет, не хотят? Да, бутылочку уронила. Блин, пойдем вниз, что-то нет ничего наверху. Видимо, нужно искать... А, ну я здесь не выйду. Нужно искать ключ где-то внизу. Очевидно. Блин, дом, конечно, такой. Ну, вот он такой, до боли знакомый уже. Такой знакомый. Столько раз я уже в этих домах пугалась. Ходила, бродила себе. Глаза какие-то развешаны. Так, а мы откуда с тобой пришли? Я уже за... Ага, вот отсюда. Все, идем. Так. Так, ну куколка нас встречала вот здесь, да, на кухне. Выглянет еще раз, нет? Нет, смотри-ка, один раз. Ну ладно, скримеры не повторяются, мне это уже радует. Потому что я помню, играл в какую-то игру, там вообще постоянно скримак на скримаке был. Пойдем попробуем там погулять тогда обратно. Мне так нравится, что он когда бегает, не светит фонарем и не видно, куда идти. Так он ходит медленно, довольно-таки. Так, стой, я думаю, куда с тобой пришли. Тут куда-то не туда, надо дальше идти. Идем. Ой, ой. Слушай, а я тут не пройду. Придется обратно. Придется идти обратно. Вот так не хочется. Господи, вот что за дети, а? Вот не сидится им в компьютере, не играется. Надо ходить в страшные заброшенные дома. Я балдею. Реально. Надо подумать, где может быть ключ. О, опа. А, так это... Ты знаешь, что? Это... Наручник. О, о, моя кепочка. Как я забыла дом кепки? Нужно забрать ее, иначе меня мама убьет. Ха! Да лучше бы тебя мама убила. А не этот маньяк. Педофил, извращенец. Который там живет. Угу. Ну, я так понимаю, ключ нам попадется. Здесь довольно-таки явно вроде предметы видно. Где там кепочка наша с тобой была? Вот здесь, да? Пойдем заберем. Надо забрать. Стой, где ты ее оставил? А, вон она лежит. Все, давай забирай и мат. О, нет. А, поиграем. Ты считаешь, это смешно, да? Это смешно, да? Слышь ты, о, спасибо, спасибо, спасибо. Пора убегать, пока не стало хуже. Куда? Куда? Ну-ка иди сюда, скотина деревянная. В игрульки играет со мной. Где? Куда? Я убегаю. Все, пока. Всем. Где дверь? Ага, хорошо. Слышь, а я одну букву видел на зайчике. Помнишь? А какие? Господи. ОТ, АИ. А вы думаете, я разбираюсь вот в этих шифрах? У меня вообще всегда с ними проблемы. А что тут? Тут как будто какой-то этот прошел, не знаю. Какой-то великан. Крысы какие-то бегают. Здесь так вот нет. Так а как я пройду? Вы мне загородили путь. Я же проходила через зад. Так, ну что, надо искать какие-то, видимо, игрушки. И на игрушках будут... И на игрушечках будут вот эти буковки. А, он мне вот здесь проход открыл, кстати. Спасибо. Спасибо, любезный. Пойдем наверх. Так, вот сюда так и не пускает меня, не хочет. Здесь закрыто. Давай пройдем сначала здесь. Вот. Так, давай. Подсказывай, где искать цифры. Шифр. Шифр нужен мне. Не надо меня запугивать. Я смелый мальчик. Я не боюсь. Не боюсь. Или боюсь. Я еще не поняла пока.
Как это? Вот он! Иди сюда! Иди сюда, скотина! Куда ушел? Вот опять спрятался от меня. Подожди, так он мне вообще не помогает. Ты бы мне хоть подсказывал, где эти... Где буковки-то искать? Я тоже могу так по дому бегать, смеяться. И не помогать. Бездельник. Блин, так, погоди-ка, а это вот не подсказка ли? Камин. А я вот дойду и посмотрю. А я проверю. Камин. Скребется там. Камин. Так, дверь так и не открылась. Но, видимо, дверь мы откроем как раз-таки и там освободим нашего друга. Мне так кажется. Скребется что-то. Скребется. Так, а камин у нас сразу здесь был. По-моему, я не видела здесь камина никакого. Пойдем посмотрим. Мы с тобой снизу-то вообще ничего не посмотрели. Оп-оп-оп. Камин, где может быть камин? Ну, камин может быть только в гостиной какой-нибудь. Нет, заперто. Ту-ту-ту-ту-ту. Кто тут бегает? Кукольный бегает. Кто же еще? Неудобно маленький, потому что мне все такое большое, мне так неудобно. О! Зачем это сделал? А, кстати, камин вот здесь может быть. Вот он. Во, ключ. Так все, мы тогда, значит, завершили игру сейчас. Мы все с тобой сделали. Пойдем, откроем дверь. Мы с тобой все выиграли, обманули этого дурака-то, получается. Так, по лестнице. Это было не сюда, это было вот здесь. Что за шумы дурацкие? Так. Все, малой, я тебя спасла. Выходи. Ой. Хочешь кушать? Давай я принесу тебе еды с кухни. Малыш! Офигеть, ты посмотри, что он с ним сделал. А как он жив-то вообще без ног? Слушай, надо ему и покушать принести тогда. Подожди, что тут написано? Я сорвал себе голос, когда орал, зовя на помощь. Из-за этого он решил зашить мой рот. Теперь я не могу кушать. У меня начали выпадать волосы, а кожа стала гнить. Я не ел неделю. Я просто хочу счастья. Бедненький ты мой хороший. Да мы его сейчас это... Я сейчас топор найду и порублю его, понял? Помогу тебе. Вот больной ублюдок, а? Сейчас его найду, блин. По жопе ему даю. Слушай, ну я такого поворота не ожидала сейчас. Не ожидала. Что-то какая-то жесть. Слышь, ну мы можем ему вермишельки с тефтелькой принести, в принципе. Там еще, кстати, кастрюлька огромная с едой была. Здесь же, да, вот кухня. Пицца, по-моему, он все съел. Давай посмотрим. Да, вот кастрюлька есть. Вот кашка, кстати. Вот, давай возьмем ее. Оп-оп-оп-оп. А стой, а как мы его будем кормить, если у него рот зашит? Как он будет кушаться? Чего мне стучить? Не надо мне стучать. Я ничего не вижу из-за того, что вы мне фонарь такой сделали, что ничего не видно, когда бегаешь. Так, малой, на. На кашку. О, нет! Он, походу, откинулся уже. Масенький, прости. Вот он не успел покушать. Ну все, надо по жопе надавать этому уроду. А я ничего не вижу из-за этой штуки. Что там написано? Ты хорошая балерина, у тебя большое будущее, береги себя. Что это значит? Непонятно. Это какая-то подсказка для следующего места? Ты хорошая балерина, береги себя, у тебя большое будущее, береги себя. Не понимаю. Но я, кстати, запомнила дом. Я запомнила дом.
Так что можем теперь вообще тут спокойно ориентироваться, никого не бояться. Так, это куда-то сюда надо вставить. Вот. Али. Так, а где мне еще 4 штукенцы найти? Офигеть. Это что, еще столько детей, что ли, здесь будет мертвых? А, давай смотреть дальше на картины. Я же на картине подсказку увидела. Хотя это была подсказка только для ключа. Так что, может быть, больше-то и не будет никаких картин. Смотри, посуду побил. Это он разозлился, что я малому курсу, наверное, несла. А, так это столовая, не на кухне было. Так, ну давай наблюдать за картинками. Что тут еще делать-то? Больше ничего не понятно. Вот это здесь подвал, я помню. Глаз. Страшная девка. Собачка. Телек. Девка. Страшный ребенок. Страшные куклы. Куда дальше-то? Может, обратно наверх? Вроде больше никаких картин, подсказок нет. Кукла, кстати, пропала. Что-то не появляется больше. Где вот она бегает? Пойдем наверх тогда. Снизу ловить нечего. Посмотрим другие комнаты. Сейчас нас какой-нибудь скример должен проводить, по сути. До места. До места действия. Слушай, подожди. Так это все куклы. Знаешь, у меня такое ощущение, что он как бы, как будто бы из детей делает кукол. Или из людей. Потому что все картинки, они вот все какие-то около... Ты что, пукнул, что ли? Пролетела вперед меня, моя пука. Рысики. Ну вот это, наверное, вот это чел. И куколки, много куколок. Так а куда? Может, записку какую-нибудь оставит? Но этот дурной еще здесь бегает, куколка его. Это, наверное, самая любимая, Пиноккио, наверное. Ведь собака дохлая какая-то. Так, где ты бегаешь-то, малой? Подсказку мне, быстро. Ничего не понимаю, туплю. Пожалуйста, предъявите. Что-нибудь, записку какую-нибудь. Напугай меня, в конце концов. Никто ничего не хочет со мной делать. О, может сюда? А, так я сюда уж ходила. Давай пойдем обратно. Можем обратно в комнату к малому сходить. Может быть, там что-то будет опять. Здесь закрыто. Ну, здесь опять скреб. Здесь девчулька страшненькая. Но тоже похоже, как будто, да, кукольная морда? Стой, малой, ты пропал? Подожди. Интересно. О, у меня какие зеленые кроссовки классные. Так. Мне еще интересно, у меня тут периодически начинает стучать сердце. И как будто бы кто-то как бы рядом, и поэтому у него сердечко-то и стучит. Ну, по крайней мере, так работало с бабкой в прошлой игре. В этой игре ничего не происходит. Она просто стучит. Все. Не знаю, у меня уже кончились идеи. Я уже все просмотрела. Картин я больше не вижу, которые могли бы мне подсказать что-то. Но вообще, сейчас из-за того, что я вернулась назад и там изменилась, это что-то должно было заскриптовать. Правильно? Правильно. То есть, если я сейчас приду в какую-то старую комнату, вот, слышь, звук какой-то, то там должно что-то поменяться. Например, дверь открыться вот сюда. В конце концов. Нет, не открывается. Значит, внизу какая-то бабайка будет. Не знаю, я уже все обыскала, мне кажется. В этой жизни. Давай прям назад-назад сходим. Самое начало. Куда, интересно, малой пропал? Но он его спрятал, наверное, чтобы вот эти улики... как бы заныкать. Но это стопудово наш друг был. Хотя, погоди, у него было две руки. Ну, у этого пацана было две руки, а у нашего друга была только одна рука.
Но у этого еще и двух ног не было, но он его мог потом порезать. Не, мне нужна подсказка. Мне нужна подсказочка. Подсказочка маленькая, такая манёсечка, такая маленькая подсказочка. Которой не дождусь. А вот это что, кукольник-то этот, или кто это? Он типа прячется от меня, этот чел? Или чё, или как? Алло? Я устала уже тут ходить. Призрак, покажи себя. Дай мне знак. Дай знак. О, спасибо. Не знала, что что-то открывается. И все. Это все мое открытие. Здесь какие-то мыши скребутся, не знаю зачем. Может, что-то с часами сделать? Разбить их? Нет. Балерина, балерина. Ну, вот, знаешь, это вот опять очередной хоррор, в котором в загадках абсолютно нет никакой логики. Ну, типа, ты вот просто бродишь, и тебе просто нужно тыкаться на все подряд, потому что просто тупо не понимаешь, что тебе нужно сделать. Потому что действия нелогичны. Совершенно. Меня даже никто не пугает. Уже сколько? 20 минут, наверное, хожу? Хожу, брожу. Давай еще раз ходим в ту комнату. Может, там опять что-то поднялось? Может, там надо выйти, зайти? Как это? Как училки говорят. Выйди и зайди нормально. Давай сейчас зайду нормально по-другому. Ну нет, опять та же комната дурацкая. А если дверь закрыть? Дверь нельзя закрывать. Может, я в компьютер пока поиграю, посижу. Поинтереснее будет. Вот опять пука, блин, пролетела. Ну, что ты вот улетаешь-то? Ты лучше подскажи. Где мне что искать? Тут скрижечится, что-то скрижечится. Здесь ничего нельзя. Непонятно. Так, у меня есть какой-то... Подожди. В общем, пойдем еще раз сходим вниз. Я не знаю, правда, зачем. Еще раз посмотрим на замок. Я помню, что у меня на зайце такая же была штука. Может быть... Я не знаю, инвентарь у меня не открывает. А, замок моего зайчика, был похоже, бирка. Хорошо, что я взяла его с собой. А, ты... О, господи. Дурак, что ли? Зайчика отдал быстро. Зайца отдал. Вот, блин. И куда? Закрыто. Вот гаденыш, я так и знал, что будет со мной играть. Ой. Так, проход пропал. Ой, тут проход пропал. А как мне теперь туда попасть? Так не говорите, что из дома выходить надо. А, так у меня, я не выйду из дома, там закрыто. Пусти меня. А, все, открыл. Зайчика верните, пожалуйста, моего. Купи себе сам своего зайчика. А, мне надо сверху пройти, короче, чтобы спуститься туда вниз, поняла. Да, 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 да. Ну, со светом хоть поприятнее немножко. Вот опять у меня сердечко. Тук-т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 ук. Записочка какая-то, смотри. Так. Я остался один, но я продолжаю слышать шепот по ночам и даже смех, который отсутствовал в этом доме так долго. Что, дурак, что ли? Что это было такое? О, все, заяц мой. Идем, малыш. Дверь сразу открылась, смотри. Кто же меня нашел, какую гадину? Ой, а что там было написано? Стой, нам еще три. Я не буду поворачиваться к тебе. Стучи себе мечом. Ладно. Ой, это мой друг. Че ты, малыш, ты как? Куда пошел? Подожди, не убегай. Я поиграю с тобой. Куда? Куда идешь? Куда? Пропал.
кто пропал? Куда он пошел? В туалет? Нет, в туалет он пошел. А, во, в комнату пусть меня сейчас. Так, типа, его тут, видимо, разрезали. О! Стой, а что это он? Он повесился? Это поэтому он за мной не бегает? Интересно, вы такой молодой человек. Так, подожди, давай посмотрим, что он тут мутит. Подожди, выключу. Да я не хочу включать твой фонарь. Картинки какие-то странные. Вот и виси тут. Так тебе не надо. О, мозги, смотри, какие-то. Мишка. Мишка, это Миша Медведь Пэддингтон. Так. В один момент все зашло слишком далеко. Мартуаля получилась слишком настоящей. Мне кажется, что она начала жить своей жизнью. Я нашел в мусорке игрушку покойного мальчика. Уверена, это была она. Игрушку я положил над телевизором, чтобы ее никто не достал. Я начал бояться ее, постоянно чувствую, что она стоит за мной. Смотрит, дышит мне в спину. Отсутствие сердца сделало ее опасной. Так ты про эту игрушку, что ли, которая со мной играет? Так она... Так, подожди, тогда получается, это не мужик убивал. А, видимо, вот эта кукла дурацкая. Кто ему ее подарил-то? Так, ну он сказал, ну, что к телеку надо идти. Сосед положил игрушку на полку над телевизором. Ну да, это я. И чё, ты там прячешься? Открывайся. Ой, какой бессовестный, а? Достал меня уже. Так, а мы здесь спуститься с тобой не можем, значит, пойдем туда. Гоп, стоп! Как там? Мы подошли за угла. Слышь, ты, я тебя не боюсь, понял, урод? Вот и стой тут, не трогай меня больше. Так, на телевизор, он сказал, это туда. Получается, короче, это был чел, он делал куколки, а потом в его дом пришла страшная куколка. А как я достану? Я маленькая. Нет, текст, нужно поставить стул. Да давай диван подвинем, ты же диван можешь подвинуть? А я помню, где стул. Стул, кстати, в этом, на кухне. Только на кухню придется идти через... А, нет, зачем через верх? Она вот здесь. Вон она, там все открыто. Вот тут стул справа был. Вот он. Эй, бери стул-то. А чего он не берет стул? Ты же его двигал уже. Нормальный стул. А че, почему нет-то? Тебе какой-то особенный стул надо, да? Вот не вот этот. Другой. Эти дети, блин, их вот вообще не просышь. Это стул, но это не стул, это столешница просто. Вот этот не хочет двигать. Стул. Так был стул-то. Ее не хочет брать. Но, видимо, нужен определенный стул на втором этаже. Там, где бабайка бегает, вот эта маленькая кукольная. Угу. Нам другие стулья не нужны. Пойдем, конечно, пойдем. Ой, я не могу идти. А, стой, я не могу идти. Она не пускает меня. Какая-то сила. Какая-то сверхъестественная сила меня не пускает. Давай обычный стул. Давай вот этот возьмем. О, подойдет. А чего ты боишься-то? Мы же уже подружились с братаном Катаном. С кукольным ублюдком. Чего тут покраснело все? Не надо мне вот этого красного. Вообще я люблю красный цвет. Мне так нравится. Что это пиво? Так, отдайте мне куколку. Да, бери. Бери. Он не берет. А, взял уже. Тебе повезло родиться с таким милым личиком. Прими эту игрушку от меня. Спасибо. Это про меня, да. Меня. Так, сколько нам еще осталось? Две штучки. Уалия. А, так это имя, наверное, этой куколки, что ли? Так, еще две. Куда? Туда? Кто это стоит? Оп, улетел. Так, а что это здесь? О, ух ты! Мы кушать будем? Что отмечаем? Неужели мой день рождения? Самолет как будто падает. Или это сверли, да? Он куда-то сюда полетел. Вот страшилка тут. О! Ага, поняла, иду.
Куды? Ну, как-то странно выглядит. Скотина, падла. Я думала, мы с тобой друзья. Ты че меня пугаешь? Вот. Так, куда? Наба. Наба какая-то. Наба. Пароль, что ли? Как Аба, только Наба. Так, подожди, а что это за комната такая? Это моя? Ну, какая-то это... А, подожди, так это мой друг дышит. Вон он. Чё, малыш? Ты хочешь мне штучку дать? Давай. А, давай, давай, я знаю, у тебя есть. Привет, поздоровайся с тобой. Привет, Арн. Ты не видел тут такую игрушку белую в виде обезьяны? Я попробую тебе помочь, только расскажи, пожалуйста, что тут происходит. Я Макс. Мы все тебя знаем. Наблюдали за тобой. Долго ждали. Время тянется очень медленно. Тут холодно и страшно. Я долго искал ее, но так ничего и не нашел. Обезьянка. Кукольник спрятал ее от меня в виде наказания. Ох, а что ты, грязный подлый кукольник? А что за странный замок на входной двери? Как его открыть? Дети его повесили, чтобы ты не сбежал раньше времени. Каждый ребенок использовал вместо ключа бирку от своей игрушки, подаренную кукольником, до того, как мы тут очутились. Ты наше спасение. Оно не закончено. Кукольник собрал куклу из наших лучших частей тела, но не успел вставить сердце в куклу. Но ничего страшного. Скоро она вырвет из тебя сердце и станет доброй, и мы все упокоимся. Вам жопу пойти не хотите? У меня же дома мама с папой живы. Ты говорил, что потерял игрушку, давай я ее найду. Я буду рад. В поисках тебе поможет камера, которую кукольник встроил в игрушку. С помощью них он следил за детьми и отбирал лучших. Доступ к камерам есть в этом планшете. Фига себе придумал как. Интересно. Давай посмотрим. Так, no signal. Ты тут постоишь, что ли? Останешься здесь? No signal. Я не понимаю, как это работает. Там что-то крутится, нет? О! О! Так, это... А что там, Ринна? А, это как за... Ой, блин, найди, пойди. Так, это какой-то... Это не по... А, это где зеленый свет? И вот эта страшная фигура этого урода. А вот это как будто бы подвал. Вот это вот. Ладно, пойдем искать. Так, это мне, значит, вниз. Да, вот здесь могу спуститься. Так, там, где зеленый свет. А где зеленый свет? Подскажите, пожалуйста. Подскажите, пожалуйста, люди добрые. Добрые призраки. Ну вот это место, да. Так, хватит мне там махать. Где-то тут. А, вон она. Все, спасибо, всем до свидания, все, пока. Надеюсь, эта игрушка подарит тебе счастье. Что ж за куколька? Вот чокнутый, а урод. Так я, а я-то думала, он добрый. Говорю, да вот эта игрушка его просто с ума сошла. А не он. А, оказывается, это он. Так, нам нужно обезьянку найти теперь. А как я достану? Ладно, пойдем сюда. И чё? Мне по огонькам идти просто? Подожди, а как мне достать-то камеру? Там же еще одна была камера. Мне же надо еще одну игрушку последнюю найти. У Ринны, или как это было? Ринна, по-моему. А, ну сейчас, наверное, в подвал надо будет идти, нет? Ну да, да, да. Но там было видно, что в подвале. Ну подвал точно такой же, как у бабки был. Абсолютно вообще такой же. В детстве у меня не было друзей, я пытался заменять их игрушками, но они не были такими же живыми. Я сделал свою первую игрушку из расчлененной кошки. Она получилась не такая, как другие, у нее была душа. Вскоре я сделал игрушки из птички, собачки и даже человека, которого сбила машина. Я подарил им лучшую жизнь. Я не мог стоять на том месте, мне хотелось чего-то большего. Так родился мой последний проект Мортуаля. Мортуаля. Так, Мортуаля, слышь ты, проект обоссанный. Я тебя топтала в рот. Или еще куда-нибудь. Куда тебя можно топтать? Здесь какой-то... А где?
Она где-то валялась, знаешь, как будто бы под полом. Потому что она скребется, вот ее, наверное, нужно... Ага. Да, так вот я видела, да, вот. А что ты сразу не взяла? Думаю, ты сразу возьмешь. Сейчас раскопаем. Она вот, да, закопана как будто была. Я сейчас смотрю, везде дым, дымка. Ага, гробик маленький. Бедняжечка. Все. О, нет, не работает. Фонарь. Ой, пустите, пустите меня. Да твою мать. Дай выйти-то. Выйти-то дай. Кто это? А, это девчонка встала. Да дайте выйти-то. Хватит болтаться. Так, где выход к лестнице? Мне сейчас не дадут мне выйти. Лестница вон там, значит, здесь надо войти. Так. Да идите. Так, все, глючит, глючит. Это детки, это все. Все, детки, пока. Да мать вашу, идите в жопу. Все, можно открыть мне? Можно я домой пойду? Пожалуйста. Очень хочется. Бежим! Ты кукла, поди за мной сейчас. Либо меня сейчас ударят и утащат. Или я спаслась. О май гад, как приятно прийти вот в эту свою комнатку. Такую тепленькую, яркую, такую прекрасную. Пока, уроды. На этот дурачок стоит. Кроссовки кайфовые. Ну как так-то? А вот сидел бы дома за компуктером, ничего бы не случилось. Так бы и жил себе припеваючи. Ну шо? Закончили мы с вами этот инди-хоррор? Ну, я бы оценила его, если честно, наверное, на пятерочку. Пятерочку из десяти. Он был не особо страшный. Идея классная. Ну, она интересна, по крайней мере. Но реализация мне как-то пока не очень понравилась. Немножечко халтурненько. Либо вот не хватило разработчику немножко, не знаю, может быть, чуть подольше посидеть, как-то это немножко иначе сделать. Вот, так что, ну, не самый страшный, в принципе, можно сыграть разок, так, ну, пятерочка. И еще мне не понравилось, как раскрывалась история, то есть мы встретили просто куклу, и она нам все рассказала, ну, грубо говоря. Было бы намного круче, если бы
история была немного глубже, и вот эти все куски, они были бы как-то вот разбросаны. Потом, ну да, мы там нашли труп, там что-то лежали мозги, там, ну, в общем, слабенько, по мне слабенько, вот. Мой вердикт таков. А, у меня вышло, простите. Спасибо большое за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, и увидимся с вами в следующем хорроре.